Конечно. Не, мне кажется, что это крупная устерка. Это точно густерка хорошая. Это не подлец, густерка. Ну, нормально для густерки. Что-то есть, ну такой средненький вроде. Окушок что ли? Не, не окушок, плотвиц. Такой берешь, нет? Что-то нормальненько тащу. На мормыху дешманскую, алиэкспрессную, на дорогую озоновскую не хотела. Крупно. Ух ты, плотвина, вот это плотвина. Это мамка. Это мамка пришла. Вот это маманя. Ну, вряд ли у меня маманя. Ой, простите, я сейчас не туда бросила. Ага, ну перебрать. Похоже. Мама. Густерка хорошая. Нет, нет, да? Мама. Не. Плотва, я вижу. Ну какая плотва, ты че? Взял густера. Да. Опа. Оторвалась. Ну, в смысле, губу прорвала. Вот что значит, фрикцион хорошо работает. Ну, в смысле, отрегулирован. Если у меня был зажат фрикцион, она бы мне сошла. Понимаешь? Ну это потому что я очень привередливый, слишком аккуратный, как Наташа сказала, когда посмотрела, что я ведь не любишь ты червей. Я говорю, почему? И ты каждый раз так аккуратненько пальчиком берешь, еще потом руки моешь. И после рыбы моешь. Ну, это все плоды трудного детства. Машинок не было, часто меня никто не обстирает, значит, что нужно делать? Меньше пачкаться, тогда будешь в чистом ходить. Так что это долгие, упорные годы тренировок. Нет, ну стирали, ну конечно, где-нибудь там, не знаю, раз в неделю, вещей-то немного было. Так что если извозюкаешься первый день, значит, будешь неделю в грязном ходить. Мамка за мамкой.
Все, не стирал. Густера? Толстенькая. Вон это как он. Крупняк пошел, плотва подошла. Давай за мамушкой, за бабушкой, за дедушкой. Хорошо. Да? Да? А не, густерка маленькая. По крупнику пошел. По крупнику? Ну, на этой оптимистической ноте и закончим рыбалку. Что-то хорошее бьется. Ух ты! Помочь? Не надо сейчас потомиться. Надо маленько фрикцион отпустить. Наверное, красноперина хорошая. Пускай пока. Не. Или плотва здоровая. Пускай потомится на фрикционе. Смотрите, как она под лодку зараз тянется, все-таки красноперая. Ох, хорошо дергает. А здесь щука. Не, щука так бы не водила. Белый. А, окунь, слушай, окунь. Горбатенький. Смотри, как ты. Да. Хорош. Давай, глотни-ка пока. Вон, давай пока. Посопротивляйся. Да и уйдет, чего не жалко, что у нас рыбы мало. Лишь бы крючок не оторвал, неохота вязать. Ну, это еще я его хочу взять. Нельзя, надо ручками. Какая ручками? Ну что, брать, я сам возьму. Да сам возьму. Сейчас, пускай глотнет пару раз по воздуху. Давай. Сейчас. Вот это красавец! Вот это мужик. Да. Шик. Кстати, мог уйти, смотри, видишь, как взял под переднюю губу. Угу. Что я рисковал. Рисковал. Так. Да.
Переопарик, как раз для тебя наживка, ага. Мама, папа, давай зови. Все крупнее и крупнее, тоже плотва пошла. Да вытащу, сейчас маленечко устанет. Просто у меня 0,12 поводок, не хочу рисковать, пускай маленько потомится. Нет, 80. Вот она, красавица мамуля. Хорошо заглотила. Хорошо. А, Куравлева. Мамуля, у которой там-то и там-то, еще лучше, нет, спасибо. Жениться, говорит, не буду. Берите психическую, я тоже жениться перестану. Ах, красавица какая. Вот на двух опариков всего. Ну, так вот сейчас одна меньше. Вчера как будто я сюда вот рядом, да? Нет, я бросал рядом с своим поплавком. Да. Ты его отнесло потом налево. Вот это густёра, я таких не видал. Вот это густёра. Вот это шик, блеск, тру-ля-ля. Такие густера. Хотя, может, подлечь, не? Не, похоже на подлечь. Ну, тоже мамочка хорошая. Ух ты! Не меньше, чем та моя, по-моему. Круглая, почти что как карась. Да. Шикардосная. Вот это плохень. Она. Да, хороша, хороша. Жирненькая, толстенькая. Да, красота. Калеопарда. Да. Ну, котику забирай. Это уж не упускай, не выживет. Тащу, тащу, тащу. Тут главное не спешить. Сейчас посмотрим. Да вот она твоя с пипюхой. Да нет, это как раз без пипюхи надо. Да, красота. Нормально. Ух ты, вот это плохвень. Вот это мамка. Это мамуля, да, хороша, хороша. О,
хорошо. Ты снимаешь? Да. Ты-то хорошо, конечно. Да. Граммчиков на 400, наверное. О, я еще поплавок ей в рот. Ну, это не тот. То здоровый у тебя сошел. Хочу быть его опять. Ну, так, нормально. Нормальная плотвичка. Шал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